привет! С вами канал In Dubai. Меня зовут Кристина. И мы с вами находимся возле Бурдж Халифы и Дубай Молла. Место называется Сук Аль-Бахар. Здесь замечательный отель находится в арабском стиле. Ну и плюс, конечно, рестораны, залиты небольшие бассейны. В общем, приятное, очень уютное место. Сейчас я вам расскажу немножко о себе. Приехали мы в Дубай в декабре 2013 года, получается уже 5 месяцев почти в Дубае. Переехали по той причине, что парню предложили здесь работу. Я, соответственно, приехала вместе с ним, и вот недавно тоже устроилась, и вторую неделю работа. Приехали мы из Сибири, из города Новосибирска. Сами понимаете, очень холодно. И первое, что, естественно, понравилось в Дубае, это, конечно, климат, тепло, становится все теплее и теплее, но пока вот не экстремально жарко, очень комфортно. Что мне нравится в Дубае? Ну, первое впечатление, это, конечно, восторг от высоток, от погоды, того, что постоянно тепло, каждый день лето. Я уже забыла, наверное, когда последний раз одевала верхнюю одежду, и это несравненный плюс. Так как я живу практически в даунтауне, в DIFC, совсем рядом, соответственно, я хочу рассказать о любимых местах, которые находятся у меня рядом с домом, где я провожу свободное время, отдыхаю, встречаюсь со знакомыми, с друзьями и с парнем, любим поужинать, сходить, просто отдохнуть. Одно из этих мест, это вот мы сейчас здесь сидим, это Сук Аль-Бахар, один из ресторанов здесь. Здесь, во-первых, тихо, несмотря на то, что Дубай Молл буквально в одной минуте с Бурдж-Халифой. Здесь нет толпы туристов, которые вечно ломятся куда-то. Здесь ты можешь себя почувствовать свободно, без всякого кипиша и суеты вокруг тебя. Ну, можно действительно вечером отдохнуть после работы. Вот я сейчас как раз после работы, и мы замечательно проводим время. Частенько, приходя сюда утром, часов в 10-11, я замечала девчонок арабских, которые пришли просто с утра попить кофе. Молодых девчонок, таких как там я, и даже младше, 19, 20, 25 лет. И в принципе вот они ничем не отличаются от нас. Они также любят краситься, также сидят, сплетничают, курят кальян, пьют кофе. И вот кроме того, что на них сверху абая, я не могу сказать, что они какие-то другие. Все то же самое, они все такие же, как мы, так же сидят, смеются, обсуждают наверняка мальчиков, парней, что там происходит, какие новинки вышли в моде, в кино и так далее. Также, что хочу про Дубай сказать, здесь на самом деле постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот что касается даунтауна, да, вокруг Бурдж-Халифы и Дубай Молла, идет бульвар. Ну, наверняка все видели в проспекте, туристическое место, да, где пальмы подсвечены, кругом идет вокруг Дубай Молла. Вот в этой области все время проходят мероприятия. Вот недавно совсем было световое шоу, лайт-шоу. Даже вот не знаю, как описать, потому что сначала представлялось, что будут как здания какие-то подсвечены, но в итоге превзошло все мои ожидания. Это были такие как инсталляции, видео на здания. Показывали мультфильмы, была просто красивая подсветка некоторых зданий. Где-то были как деревья из света сделаны. Даже вот сложно описать словами, надо было просто это видеть. Это все к чему? К тому, что некоторые думают, что Дубай это такой закрытый арабский мир, в котором вот все очень строго. Здесь вот все ходят в абаях и в кандурах. Но на самом деле город больше... Все больше и больше с каждым городом становится более европеизированным. Здесь проходит куча мероприятий, выставок, шоу. И любой может найти себе и занятия, и развлечения по душе. Это и клубы, и рестораны, бары. Вы можете пообщаться с многими людьми на разных языках. Посетить различные мероприятия. То есть мне кажется, что любой человек из любой точки мира здесь найдет что-то для себя интересное. Так же, как нашла это я.
находимся во втором из моих любимых мест. Он тоже находится в Соколь-Бахаре, называется Шекспир. Ну, про Шекспир вы, наверное, уже слышали. Это очень популярная сеть кафе здесь. С кофе, с вкусной выпечкой, с классными завтраками. И мы очень часто туда приходим в выходной день вместе позавтракать. Ну, чтобы не завтракать дома, потому что иногда хочется где-то это сделать не как обычно, всю неделю. Это Шекспир. Мне он нравится тем, что он очень уютный. Можно увидеть здесь все в пологах, все такое, так по-восточному, плетеная мебель, подушки. И, во-вторых, это классный вид. Если вы посмотрите, то сидя за любым столом, можно увидеть Бурдж-Халифу в полный рост. Плюс также фонтан, плюс внизу залито классное озеро. И здесь очень тихо, здесь уютно. Здесь всегда очень хороший сервис, обслуживание. Вообще советую это место, сюда очень легко попасть. Можно попасть так из Дубай-Молла, да, пройти по мостику, обойти вокруг, попадет в Шекспир. Или просто запарковаться на парковке салона Соколь-Бахаре через бульвар. Подняться на второй этаж, здесь будет Шекспир. Мы добрались до центра Соколь-Бахаре, это отель Пелос, вот его вход главный. За моей спиной фонтан, и позади меня за спиной еще две красивые арки с фонтанами. Это такое сердце Соколь-Бахаре. Но если вам захотелось настоящей романтики в сердце Дубая, я вам предлагаю отправиться в это место. То самое место, про которое я вам говорила, пальмы, фонтаны, красивые арки, и прямо посередине вы прям можете видеть пик Бурдж-Халифы. А вот тот самый бульвар. Это кольцо, которое проходит вокруг Дубай-Молла и Бурдж-Халифы. Оно все время подсвечивается круглый год. Точнее, пальмы все время подсвечиваются круглый год. И такое все время, как новогоднее настроение, что ли. Все время хочется здесь гулять, бродить. Ну и вообще здесь классно. Многие здесь бегают, занимаются бегом и спортом. Поэтому здесь занятия всем по душе есть. И в ресторан сходить, и побегать, спортом позаниматься. Также много спортивных комплексов здесь на бульваре. Можно в сквош поиграть, в теннис. Ну и просто спортивные залы тоже есть очень много. Вот так мы добрались до третьего места, это Palace Cafe. Здесь на самом деле необычная обстановка, здесь можно просто посидеть на траве, вот в таких грушах, можно снять свою обувь после рабочего дня и просто посидеть на траве. Ну, все здесь классно, потому что она на бульваре, это недалеко от моего дома. Вот все мои любимые, одни из моих любимых мест. Если вам понравилось, ставьте лайк, а если не понравилось, пишите свои злобные комментарии. С вами была Кристина для проекта In Dubai. Пока-пока. Увидимся.